Сегодня мы рады вам представить наши новые махровые детские полотенца Перина. Они есть в 4 моделях. Различаются в первую очередь персонажами. Это слоник, зайка, мышка и мишутка, которых вы сейчас увидите на фото. Давайте подробнее посмотрим, какие есть интересные детали, какие материалы, из чего, в принципе, состоит это полотенце. Как видите, оно с капюшоном, что очень практично, потому что можно не только вытереть ребенка, он может посидеть, погреться, потому что в этом полотенце, если честно, находиться хочется как можно дольше. Оно очень приятное на ощупь, из натурального хлопка. Вот, смотрите на бирку. Тут, кстати, есть рекомендации по уходу. Из натурального хлопка, так называемого микрокатона. Его еще называют, может быть, слышали, вип-катон. Чем отличается от обычного хлопка? Во-первых, своей плотностью, прочностью и одновременно мягкостью. Очень ворсистый, пушистый хлопок, который невероятно нежно касается кожи. Мы настолько уверены в его свойствах, что рекомендуем даже чувствительным малышам, потому что он очень деликатный. И при этом хорошо впитывает воду, что для полотенца, конечно, очень важно. Капюшон с обратной стороны тоже натуральный, гладенький. И здесь есть аккуратная петелька для того, чтобы после использования полотенца можно было повесить на вешалку. Аппликации велюровые, натуральные, тоже очень-очень мягкие. И у каждой есть своя какая-то объемная, интересная деталь движущаяся. Это ушки. Вот, например, у зайчика можно вообще играться. Вот он удивился. И снова спокойный. Поэтому с ребенком после ванны можно пообщаться, поиграться. Так что это даже развлечение дополнительное. Еще одна деталь – это то, что полотенце по-настоящему большое. 95 на 95 сантиметров. Этой поверхности хватит на все. И третья, наверное, деталь, которую хочется сказать – это упаковка, которая отлично подойдет и для подарка в том числе. Если остаются у вас какие-то вопросы, уточнения, пишите в комментарии, в сообщении. Мы здесь, чтобы на них отвечать.